Это 43-я пиар вечеринка ТВ Шанс. И сегодня мы рады представить вам нашего спонсора, доктора Хюрем. Здравствуйте. Добрый день. Я приветствую вас на канале ТВ Шанс. И хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками и сообщить, что сегодня будут среди участников разыгрываться бонусы от доктора Хюрем. Так что оставайтесь до конца, голосуйте за наших участников, и им будут вручаться именные сертификаты от меня, от доктора Хюрем. А вы первый раз на этом мероприятии? Не первый. Мы не единожды, мы с вами уже давно сотрудничаем. Моя подруга, народная артистка Карачаево-Черкесии Марина Соболева, ваш постоянный гость. Ну, и я прихожу с ней, болею за ваших участников. Очень интересно, очень познавательно. Это те таланты, которые где-то сидят далеко и никак не могут выйти, ну, в люди. А вы сами не планируете выступать? Нет. Ну, слово будет. Мое слово будет. А петь, плясать? Нет. Я лечу, я навожу красоту, дарю людям красоту, радость. У каждого свое кредо жизненное. А расскажите о ваших успехах за 2018 год. Успехи? Ну, я занимаюсь благотворительностью. Я лечу детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов. И те детки, которые, ну, были в моих руках, я как доктор-остеопат занималась с ними, у них хорошие результаты. Для меня это самое радостное, самое лучшее, то, что, ну, я как бы стремлюсь к чему в настоящее время. И я думаю, меня многие поддержат в этом. Здорово. А в 2019 году какие планы? Продолжать, творить, лечить. И также заниматься детками. Здорово. А пожелайте что-нибудь нашим телезрителям? Да. Как доктор Хюрем, как доктор, я в первую очередь желаю, чтобы всегда пахло мандаринами. Круглый год, не только на новогоднем столе они были, а круглый год. И самое главное, берегите свое здоровье и заботьтесь о своей красоте. Спасибо вам большое.